Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на матче Единой Лиги ВТБ. Сегодня мы с вами посмотрим встречу Минска, который принимает Пари Нижний Новгород. По арене в целом всегда было слышно и также слышно сейчас после дальнего попадания от Якова Чебаши. Имеет смысл поработать в межсезонье. Есть примеры, например, тот же самый Александр Гудумак Чадов. Сверху вколачивает после передачи от нашей брата Александра, который сегодня в этом матче не играет. Алиуп от Минска. Вадим Стубеда замыкает передачу от Микульского. Его смогли накрыть. И последняя атака Минска. В этой четверти Мотовилов Наваковича сажает на паркет. Скидка на Микульского. И трехочковое попадание. Минск заканчивает. Чебашиков краску вкручивается. Здорово до Гафурова мяч доходит. И с контакта без мяча, поэтому ничего криминального не произошло. А вот здесь еще раз игрока Нижнего присаживают на паркет. На сей раз с Чебашиком. Быстрый отрыв, убегают. И это блокшот от Евгения Бабурина. Давайте посмотрим на этот блокшот с другого ракурса. Получает пост, на нем сдваиваются. Шливанчинин и Стубеда. Бабурин! Бабурин сегодня издали творит что-то вообще невообразимое. Чувство в счете обратно в свои руки. Мотовилов. И это могло было бы быть сверху, но Чебашик очень близко с Владиславом Близнюком. С контактом. И Близнюк 2 плюс 1. Плюс 19 для Пари Нижний Новгород. Евгений Бабурин. Заканчивается встреча со счетом 58-79. Побеждает Пари Нижний Новгород очень уверенно.